Hey-ho! Всем добра и баса! Самое время нам ворваться в эфир и порадовать всех танцпольным вайбом, как всегда, посреди недели, точнее, в конце недели. Сегодня у нас в гостях ведущий организатор программы Boom Selecta. Зашел к нам в гости диджей Glickman. Сегодня он нам расскажет свою виниловую историю. Подборочка хорошая. Начнем с трека от Пелиана под названием Colonize, одноименная эпишка, выпущенная на Eat Brain. Выдалось мгновение, можем нормально поздороваться. Всем привет и здравствуйте. Как прошли ваши выходные? Как вообще январь прошел? Все от праздников отошли. Под названием Head Shrinker от Mindscape. Релиз под названием Mirror Unicide Plate 1. Label Eat Brain. Рад приветствовать всех, кто только что к нам присоединился к нашей трансляции. Спасибо, здравствуйте. Можете лайкать, репостить, если хотите. Ну а мы будем задавать первым часом виниловое настроение. Но очень качественное. In the head shrinking tradition, shrinking the head of an enemy was believed to harness the spirits of that enemy. And compel him to serve the head shrinker.
Игорь Щербаков пишет, что слушает на работе. Постараемся задать правильного рабочего настроения. На этот раз мы слышим Биллиана совместно с Кодин. Fit for Speed. Созвученные чуть ранее Colonize EP и Brain. А присоединяюсь к призыву от Виктории Кузнецовой. Питер Гоу завтра на тусу от Critical of Drop Dealers Family будут там. Оторвемся там по полной. Да-да, приходим, не забываем, не стесняемся. Зовем друзей, подруг. Надо будет еще несколько слов сказать о нашем госте. Гликман, резидент Saint Drum & Bass Crew. Помимо того, что уже есть своя передача на 11-м радио. Напомню, называется Boom Selecta. Постараюсь так пару приветиков накидать. Отдельные приветы от себя хочу передать Евгению Горохову, Виктории Кузнецовой, Дмитрию Семину, Стасу Крабу, Елене Шевчук, Вадиму Аверяскину, так, Евгению Попову, так, кто еще есть, отзовись.
Также Филиппу Цветкову отдельный респект еще. Пролетел старый добрый Стазис от Black Sun and Fire. Димон, как я уже сказал, трек, прошедший под названием «Stasis» от Black Sun and Fire. Фил, огромное спасибо. Виниловые размоташки. Это L33 and Gunture and Ruin с треком God. Жора, почему ты так решил? Соглашусь со Стасом, трек действительно божественный. О, Жор, сорян, отдельный привет еще хочу передать нашему другу и талисману, скажем так, Drop Dealers Family, Жоре Орлову, который, к сожалению, не смог сегодня присутствовать на студии, ну, ничего. Хочется передать приветы людям из UK чатов Тихвин, Гачино,
Ну и в Питер так уж и быть. Жора пишет, что завтра на тусу собирается прийти с флагом. Смотри, чтоб у тебя его опять не попытались спереть. Радует звучанием Aggressor Punks Dead Walking. Ох, да, точно, привет и тогда северным районам Львову. Вот такая сейчас пластиночка будет играть. Зацените. Из Северной Африки Counter-Strike Self-Destruct, одноименная фишка, выпущенная на нидерландском лейбле Prospect Recordings. Алексей Филимонов присоединился к нам в VK-чат и написал: «Всем привет! Огромный привет! Всем пятницы! Да будет с нами Drum & Bass!» Затишье перед бурей. Let's go.
рекомендую чекнуть ссылочку, которую скинула в ВК-чат Виктория Кузнецова. Там завтра мы будем шуметь в режиме лайв. Вот он, этот трекан. Ремикс от Куэ. На трек Don't You Stasis от Black Sun Empire. Погнали! Альбом Diving Insane 20 Years Special Edition Blackout Music. Пластиночка, кстати, вышла в ноябре 21 года. Также спасибо, кто по любому поводу саппортит нам. Спасибо. Ну и также передадим привет и поприветствуем тех, кто только к нам присоединился.
раздача идет от Counter-Strike. Трек под названием On Fire. Self-Destruct EP. Понеслись небольшие стишки. В этот раз от Вадима. На ноги поставит в раз нас наш чудесный драм-н-бас. Также от себя привет и передаю Юрию Александрову, Шмальку, Чернышову. Как погода в Челябинске? Всем, ребята, большой привет. Здравствуйте. Ну что, друзья, как ваши дела, как настроение? Стасян, привет. Шмалек, здорово, дружище. Юрий Александров. Вадим Аверяскин. Вика, здравствуй. Наталья. Добрый вечер. Всем привет. Фил, здорово. Вижу тебя, дружище. Сашка Факеев, привет. Добротный старчик. Здравствуйте, Георгий. Почему мы вас сегодня не наблюдаем в студии? Короче, тебе в дневник прогул, завтра будешь отрабатывать. Украине большой привет, Андрюха, видим тебя. Так, граждане, кто у нас из северной столицы? Завтра ждем всех, абсолютно всех, на мероприятии. Back to back, back to business. Место секретное, милости просим, специальный паблик, посвященный этому мероприятию. Мероприятие организуют наши друзья Critical Damage.
Завтра будет мощный замес. Не пропустите. Да, друзья, переходим по ссылке, которую только что любезно предоставила Вика. Записываемся в списки. Уже завтра, завтра будет дичь. Голландский дуэт Goldberg Variations против Gunther and Ruin в треке Dirty Hands of Gandalf. И да, вы не ослышались, речь идет именно о том самом Гэндальфе. Ну просто сказка какая-то. Ну а здесь мы снова вернулись к Лаймбексу. Трек под названием The Antinatalist. Все тот же нами любимый сегодня Prospect Recordings. Малек пишет, не хватало вас, Drop Dealers. Спасибо большое. Нам тоже вас всех не хватало. И в частности, именно эфиров нам тоже очень не хватает. Ну вот мы вернулись, и все хорошо. Движемся дальше. Для твоих соседей передаю привет, который ты просил. Пускай присоединяются ритмом в стену головой. Также хочу поприветствовать нашу участницу Настю Дементьеву. Demon Core Counter Strike. We'll be right back.
мурашки побегут сейчас со следующего трека. И радуется при этих звуках. Livewax Agent Orange в ремиксе от Outside Agency. Но многие из вас, смотрю, по оранжевой пластинке сразу поняли, что сейчас будет. Эти звуки я привык вспоминать свой 2007. Юрий Александров, специально для тебя поздравляю твою маму Любовь Александровну с днем рождения. Желаю всего и побольше. Приветы Михаилу Красову, Алексею Прохорову. Александру Бакееву.
через Филиппа будем передавать привет в МСК. Привет столице. Наталья Викей в чате пишет: настроение поднимается, ритмы на уровне. Ведь для этого мы здесь и существуем. Значит, эффект достигнут. А ведь это еще далеко не конец. Цветков просит передать для Насти здоровья. Я еще присоединюсь. Счастья и удачи. Сделано. Андрюха, камеру подниму чуть-чуть попозже. В рабочее пространство диджея не хочу лезть. О, отлично. Вадим, тема про пластинку. Прикольная, синяя или красная пластинка. Какую выберешь ты? Пасхалочка к матрице. Только, по-моему, в нашем случае, какую пластиночку не выбери, результат будет все тот же. Прекрасный саунд. Come on.
вот это натворили ребята Below Flameworks совместно с Switch Technics, Diesel Boy и Thrasher с треком Spicy Boys. Я вернулся, не надо беспокоиться. В эфире звучит LimeX с треком Benino.
Ну и следующий трек будет финалом первого часа. И сейчас точно будет мясо. Jam. Мучение Десептикона под названием Printer Jam. Записал его Джеймс Пулин, он же Мистер Биши. Между прочим, это релиз Hospital Records. Try unplugging it and plugging it in again. Честно, был в реальном шоке, когда узнал, что это именно Hospital. Ну что ж, скажем за первый час спасибо нашему гостю, диджею Кликману. Накидай-ка ему огня. Printer, jam. Printer dead.